Для раскрытия сложных и особо тяжких преступлений создано специальное подразделение – Федеральная экспертная служба. Новая структура оснащена самым современным оборудованием, которое позволяет проводить любые криминалистические исследования. В ФЭС работают лучшие специалисты в различных областях знаний. Глава службы, доктор медицинских наук, полковник Галина Рогозина. Ее заместитель, майор милиции Николай Круглов. Программист и биолог Иван Тихонов. Майор спецназа ГРУ Сергей Майский. Патологоанатом Валентина Антонова. И баллистик-трассолог лейтенант Татьяна Белая. Сегодня им предстоит раскрыть новое дело. Проект Первого канала «След». Прокуратура не может точно установить, суицид это или убийство. Кстати, они присылают нам человечка, следователя. Я вот не понимаю, зачем нам с тобой еще костыль в виде следователя прокуратуры? Они что, собираются надзирать за нашими методами работы? Слушай, да, без нервов. Сначала посмотрим, вообще стоит брать за это дело или нет. Может, это банальное самоубийство. Ну, надеяться. Меня зовут Анастасия Павловна Колотко, я следователь прокуратуры. Занимаюсь делом Аллы Сабировой. Насчет костыля беру свои слова обратно. Очень приятно. Пройдемте. Что произошло-то? Сейчас я вам все объясню. Доставь мне фотоаппарат, пожалуйста, Костя. Сейчас. Привет, Сергей. В доме ничего не пропало. Да, я вижу уже. Видишь, док, на экспертизу? Снять дактилоскопию отпечатков и снять фотожировые. Давай, сержант, помоги. Мне помочь вам заполнить протокол? Да. С удовольствием воспользуемся вашей помощью. Прошу. Положение тела висячее. Что ж ты, деточка, наделала-то? Расстояние от ступни погибшей до пола 41 сантиметр. На горле четко различима странгуляционная борозда, наблюдается цианоз лица и субконъюнктиальные экхимозы, что является характерным признаком асфиксии. Нормально. Особенно про эти субконъюнктивальные экхимозы, да? Нормально было. Она одна жила? С мамой. Она сегодня работала в ночную смену, пришла домой утром и застала дочь мертвой. Наши патологоанатомы, конечно, точно определят время смерти, но так, на мой взгляд, смерть наступила ранним утром. Господа офицеры, это самоубийство. Возможно, ты и прав. У нее книжки вон какие стоят. Блок, Есенин, Серебряный век, любовная лирика. Какая-нибудь неразделенная любовь. И все. Не наш случай. Конечно, не наш. Но все-таки с мамой я поговорю. Так, лейтенант.
Только поаккуратней. Когда я могу забрать тело дочери? Скоро, скоро заберете. Нам нужно провести кое-какие следственные мероприятия. Ольга Петровна, скажите, пожалуйста, как себя вела ваша дочка в последнее время? Как обычно. Аллочка в этом году должна была окончить школу. У нее был мальчик, очень хороший, из хорошей семьи. Они дружили. Не могла Аллочка вот так взять и уйти. Не верю я, что она сама. Это, наверное, какой-то маньяк, понимаете? Вломился в нашу квартиру и убил. Ну, это навряд ли. Скажите, а вот вы говорили, ну, мальчик из хорошей семьи. Ну, могли они поссориться. Нет. Еще вчера мы с Аллочкой думали о будущем. Я не представляю, что могло произойти. Это я виновата. Я не заметила. Не почувствовала, что с ней что-то происходит. Доченька моя. Может быть, была записка какая-то предсмертная? Нет. И ничем не болела? Нет, я не знаю, что случилось. Я не верю в то, что произошло. Господи! Этого просто не может быть! Сестра! На веревке только пот и жировые следы погибшей. На пальцах частички веревки. Банальное самоубийство. Не понимаю, зачем тратить время ломать голову над таким простым делом. Валюш, знакомься, это следователь прокуратуры Настя. Анастасия Павловна Колотко. Я, по-моему, просила называть меня по имени-отчеству. Да что-то не помню. Ну, неважно. А это Валя, наш патологоанатом, Валентина Антонова. Очень приятно. Здравствуйте. Я могу получить результаты экспертиз? Я вас уверяю, вы получите всю информацию. Я могу сказать определенно. Это суицид. Погибшая повесилась сама. Вы уверены? Уверена. Странгуляционная борозда носит прижизненный характер. Это видно по осадненным и внутрикожным кровоизлиянием по ходу борозды, а также по комплексу реактивных изменений, выявленных гистологическими и гистохимическими методами исследования. Смерть наступила сегодня утром в 7:30. Никаких следов борьбы я не обнаружила и... Что? Думаю, я знаю причину суицида. У девушки был СПИД, причем вирус очень активный. Ей оставалось жить не более 3 месяцев. Внешне это было заметно очень мало, но внутренние изменения были необратимы. Странно, что мать ничего не знала о болезни. Так. А вот это уже интересно. Здравствуйте. Причин для возбуждения уголовного дела нет. Спасибо за помощь. А вот я нашла причину для возбуждения уголовного дела. Я надеюсь, вы меня посвятите в суть. 4 суицида путем повешения за последние полгода. Все молодые девушки, все больны СПИДом в острой форме. Вам не кажется это совпадение странным? Да. Ну, вообще-то этих девочек можно понять. Хотя... Вы правы, это странно. И если вы беретесь за это дело, то я тоже намерена принять участие в расследовании. А на каком основании? Прокуратура не возбуждала уголовных дел по последним эпизодам. Их сочли за самоубийц. Возможно, это и так. Но я хочу еще раз все проверить. И я тоже. Вы не одна профессионал. Я добьюсь возбуждения уголовного дела о выяснении причин смерти Аллы Сабировой. Как вам угодно.
свалилась на мою голову эта девица из прокуратуры. Кость, ну ты бы взял бы над ней опеку, что ли? Блин, Николаевна, я собственно... Ладно, лирика потом. Мы беремся за расследование дела о суициде Аллы Сабировой. Найди ее парня и поговори с ним. Галина Николаевна, тут... Можно чуть позже? И еще. Мне нужна полная информация о девушках вот по этому списку. Так, дата причины смерти, суицид. А, я так понимаю, это серия самоубийств путем повешения. Очень похоже. Все девушки были больны СПИДом в острой форме и покончили с собой. И все они, как ты видишь, одного возраста. Вообще-то я не вижу здесь ничего странного, чем вот так вот ждать. Так, ну, а может, самому и... Зато я вижу. В общем, нам нужно понять, есть ли между вот этими смертями что-то общее, кроме болезни. Знаете, я тут... как раз нарыл какую информацию по этой Алле Сабировой. Там еще очень странная вещь получается. Такое впечатление, что она вообще не знала, что у нее СПИД. Она не обращалась ни в какие специализированные клиники. Она не проходила тестирование на ВИЧ. Хотя, в принципе, могла сделать все частным образом. Я пока ничего странного не вижу. Девушка действительно была больна тяжелой необратимой формой СПИДа. Не понимаю, что вас смущает, коллега. Меня смущает то, что девушка девственница. То, что она не входила ни в какую группу риска. То, что она ни разу в своей жизни не делала никакого тату и пирсинга. А судя по медицинской карточке из поликлиники, так она вообще ничем страшнее свинки не болела. И ни разу в жизни не лежала в больнице. Откуда у такой девушки... может быть, такая форма СПИДа, как у наркомана со стажем или какой-нибудь бывалой проститутки. При таком отменном здоровье она должна была являться носителем ВИЧ и могла прожить не один год. Вот в этом вы абсолютно правы. Странно. Есть. Вирус. Что-то с ним не то. Что это? Где Рогозина? Не знаю, что. Ну что, что? Черт. Здрасте. Валь, взгляни. Простите, вы не могли бы взглянуть? Прекрасная работа, вы химик? Я тут скоро физиком стану. Что за вирус я обнаружил, вы можете сказать? Вирус иммунодефицит человека. Тип XJ56. Правда, вирус направлен... на искусственную прогрессию. Искусственно модифицирован. Очень опасен. Я бы даже назвал его мутантом СПИДа. Вы хотите сказать, что мы нашли новую форму СПИДа? Нет. Я хочу сказать, что вирус что-то спровоцировало. Но что? Я уже знаю, что Алла погибла. Это очень странно. Что странно? С чего бы? Правда, она в последнее время очень много нервничала и злилась. Злилась. Вот что скажи-ка ты мне, парень. Вообще были близки, но не в смысле постели. Понимаешь, о чем говорю? Нет, мы только целовались и все. А что вы имеете в виду? Тебе надо поехать со мной. Поехали. А зачем? Давай.
Я проверила связи Аллы Сабировой, с кем она общалась, чем занималась в последнее время. Выяснилось, она не уезжала из Москвы без мамы. Жила по расписанию, школа-дом. Спокойная, тихая девочка. Паренек ее, Вася, говорит, что вела себя все время как обычно. Никаких особенностей не было, но разве что какие-то непредсказуемые вспышки, перемены настроения, что-то такое. Понятно. А что по другим делам суицидников, больных СПИДом? Ну а что? Вскрытие как бы показало, что да, действительно, они были больны СПИДом, но вирус никак не проявлялся. Заболевание явно не криминальное. Ничего общего, кроме возраста и то, что они болели. В группу риска не входили, все из приличных семей. Мне удалось узнать еще кое-что. Константин, видимо, не обратил на это внимания. Морги, где проводилось вскрытие девушек, передавали образцы крови в институт генетики. Так положено при выявлении погибших СПИДа. Анастасия Павловна ошибается, потому что я все проверял и выяснил, что в институте генетики сохранились образцы крови двух девушек. Я вам сейчас зачитаю, Настенька. Это Жанна Бондарь, 16 лет, и Оксана Мацук, 17 лет. У парня Аллы вирус не обнаружен, ровно так же, как и у матери убитой. Нам нужно взять на исследование образцы крови Жанны Бондарь и Оксаны Мацук из института генетики. Я займусь этим. Рта не дают раскрыть. Оперативнее надо работать, Константин. И не спать на работе. В крови девушки наряду с вирусом ВИЧ есть еще один некий странный ретровирус. А что это значит? Пока не знаю. Все это очень странно. Я проверял все 5 самоубийств. Я искал какие-то, точки соприкосновения между ними. Ничего. Я подключал милицию, я подключал ФСБ, я опросил соседей. Кучу народа опросил. Ничего, Галина Николаевна. Между ними должно быть что-то, что их объединяет. Ну, кроме диагноза и возраста. Какое-то место, где они были вместе. Может быть, дело или, может быть, какой-то новый знакомый. Надо проверять. Как проходит исследование? В крови двух других девушек тоже есть ретровирус. Это поразительно. Выявить природу этого антивируса без специальных исследований практически невозможно. Одно могу сказать точно – это искусственная рекомбинация. Вот как? Да, пожалуйста. Какой-то гениальный ученый здесь поработал. Позвольте мне прояснить для себя. У этих девушек, Мацук и Бондарь, вирус иммунодефицит такой же, как и у Аллы. Вирус этот необычный. Кроме того, у трех девушек обнаружен некий загадочный ретровирус. И науке он неведом. Ну, одно могу сказать. И вирус, и ретровирус искусственно модифицированы и привиты вот погибшим. А мы сможем быстро расшифровать ретровирус? Давайте попробуем. Здравствуйте, Анастасия Павловна. Здравствуйте. Я еду встречаться с родственниками убитых девушек. Не хотите составить мне компанию? Нет. Почему? Потому что я с ними уже поговорила. Анастасия Павловна, а вам никто не говорил, что у вас проблемы с личной жизнью? Это не ваше дело, капитан. Простите. Так вот, у двоих девушек из четырех погибших были половые партнеры. Но что самое интересное, их молодые люди не были заражены СПИДом, хотя пары не предохранялись. Какая-то головоломка. Всего доброго. Так, вот оно. Стоп. Друзья мои, мы находимся на пороге научной сенсации. То, что мы сейчас с вами видим, это просто поразительно. Уж не хотите ли вы сказать, что вот так между делом вы нашли лекарство от СПИДа? Я расшифровал ретровирус. Оп.
Коротко говоря, это самый активный ретровирус. Причем он активируется только в присутствии столь же активного вируса иммунодефицита. С одной стороны, сам по себе он мог быть прекрасной панацеей против ВИЧ первого и второго видов и СПИДа. Но с другой стороны, он так действует на гормональный фон человека, что тот впадает в глубокую депрессию и кончает с собой. Что, простите? Но вот после такого мгновенного выброса гормонов, скажем так, депрессивного типа, все опять приходит в норму. Клетки головного мозга не разрушены. То есть причина именно вот в этом мгновенном выбросе гормонов. Поэтому, когда провели вскрытие девушек, то ничего и не нашли. Подтвердили суицид и не стали больше с этим разбираться. Даже вирус как следует не исследовали. Мне кажется, именно на это и был расчет преступника. Значит, девочек заразили намеренно. Маньяк? Возможно. Позвольте одно дополнение. И вирус, и ретровирус были введены одновременно. Полагаю, с целью провести эксперимент над людьми. Профессор, я очень благодарен вам, что вы согласились сегодня со мной встретиться. У меня, собственно, к вам один вопрос. У нас в стране кто-нибудь занимается ретровирусом СПИДа? Как вам сказать? У нас работы по этой теме велись в начале 90-х. Но потом были прекращены. Наши ученые сочли их бесперспективными. А вы? Я согласен с ученым советом. Дело в том, что ретровирус не только бесперспективен. Он опасен для человека. Хотя в свое время мы решили, что нашли лекарство от СПИДа. Так. Насколько я поняла, ретровирус блокирует вирус иммунодефицита. Да. Но таким образом становится понятно, почему никто из половых партнеров умерших не был болен. Удалось получить разрешение на эксгумацию? Да. А вот человеку можно ввести этот ретровирус? И каким образом? Так же, как и вирус иммунодефицита. Через кровь и слизистую. Подождите, то есть, если я правильно вас понимаю, человеку можно его ввести только намеренно? Разумеется, намеренно. Тогда вот что еще. Вы могли бы назвать фамилии людей, которые занимаются этой проблемой сейчас? Один из них – мой старший брат. Он умер в прошлом году. Второй – доктор наук Рябушкин. Но он уже 5 лет работает в Японии. Статьи по ретровирусу печатались в некоторых специализированных изданиях. Давно это было. Странно, что вы вспомнили про этот всеми забытый вирус-поглотитель СПИДа. Я вам объясню. Дело в том, что с помощью этого вируса убивают молоденьких девушек. Погибло уже 5 человек. Здравствуйте. Здравствуйте. Я собрала вас, чтобы просить помочь следствию. В городе орудует маньяк, который вкалывает молодым девушкам вирус иммунодефицита. Он же после этого вкалывает им ретровирус. Бред какой-то. Какой ретровирус? Ретровирус – это лекарство от СПИДа. Так значит, наших детей заразили СПИДом? Намеренно? К сожалению, да. И поэтому наши девочки покончили с собой, узнав, что больны? Нет. Они ничего не знали. Дело в том, что ретровирус поглощает вирус иммунодефицита. Но при этом он угнетающе действует на эмоциональное состояние человека. Человек впадает в депрессию, и у него возникает внезапное непреодолимое желание покончить с собой. Ужас. А чем мы можем помочь? Вы должны вспомнить, где были ваши дочки в последние полгода. Чем занимались? Может быть, у них появились какие-то новые друзья, знакомые? Оксаночка в последнее время была замкнутая. Жаловалась на головокружение и тошноту. Дом, школа, аргентинские танцы, бассейн. Перед смертью она замкнулась, почти не общалась с нами. В тот день она вдруг закрылась в ванной и долго не выходила. Мы стали стучать в дверь, а когда взломали ее, видели, что наша дочь лежит в ванне, переполненная водой, с перерезанными венами.
Скажите, ваши дочки за последние полгода бывали в больницах? Нет. То есть за это время ни разу они не посещали ни поликлиник, ни больниц? Нет. Ну что ж, давайте думать, вспоминать. Этот сумасшедший ученый где-то должен был вколоть вашим дочерям эти вирусы. Значит, они где-то пересекались. Я сейчас вас оставлю, а вы подумайте, может быть, что-то вспомните. Этого маньяка нужно остановить. Не отвлекаю, Валя. Галя, ты, слава богу. Настя приходила ко мне уже 3 раза за последний час. Галя, это невозможно. Я не могу так работать. Галечка, отправь ее, пожалуйста, обратно в прокуратуру. Ну что ж, человек самоотверженно занят своей работой. Да бог с ней, с Настей. Что с трупами? Ну что, я провожу исследование из гумированных трупов 2 девочек. Слава богу, их не кремировали. Ну, слава богу, конечно, для нас. Ну, в общем, сейчас уже на данный момент я могу тебе с точностью заявить, что у них был вирус. И ретровирус. Это все? Нет, я еще кое-что нашла. У каждой из девочек на руке была татуировка. Ну и что это нам дает? У остальных татуировок же не было? Ну, по крайней мере, у Аллы Сабировой точно нет. У Аллы Сабировой точно. Ну ничего, посмотрим. Я отдам образцы Тихонову на анализ. Может быть, он что-то найдет. Ладно, не буду тебе мешать. Давай. Галь, только ты по поводу Насти. Я тебя прошу, пусть она ко мне, может быть, пореже хотя бы заходит. Хорошо. Послушайте, Настенька, мы зря занимаемся этой работой. Тихонов еще не определил, что это за татуировки у убитых девушек. А мы уже исследуем все тату-салоны, в которых работали люди с медицинским образованием. Мне кажется, это бред. Труд сделал из обезьяны человека, Константин. Настенька, скажите, а вы замужем? Замужем. Повезло же вашему мужу. А вы хам. Хватит ссориться в моей лаборатории. Кстати, тату, которое было у девушек, совершенно различно по степени давности и технологии. Делалось разными людьми. Я же говорил, тату нам ничего не даст. Зато даст кое-что другое. Обещайте отпуск за счет конторы на месяц. Я тебе обещаю 2-месячный отпуск. За счет конторы только в гипсе. А скорее всего, за свой счет, если ты мне сейчас же не расскажешь, что ты там придумал. Все, за что я уважаю товарища капитана, это за дар убеждать. Друзья, наш маньяк искал лекарство от СПИДа. Это очевидно. Потрясающая новость. Спасибо. Так вот, что должен делать каждый доктор для того, чтобы понять, правильно ли действует ли его лекарство? Ваня, я тебя придушу сейчас просто. Каждый доктор должен наблюдать своего пациента. Постоянно или периодически. Интересно, свежая пломба. Так, давайте. Есть. Браво, Вань, браво. Только что это нам дает? Мы нашли то, что объединяет наших детей. Dental Sense. 2 девочки лечились в филиале на Марксистской и 3 на Полежаевской. Конечно! Именно там он и вводил вирус. И наблюдал. Так, а что за сеть? Они все лечились в одной и той же сети стоматологических клиник. В разных филиалах, но сеть одна. Подождите, подождите. Антонова говорила, что у всех убитых свежие пломбы. Это ж про это? Так... Получается, что этот маньяк работает дантистом? Возможно. Если эта мразь не доживет до суда, никто из нас не расстроится. Да мы, собственно, тоже. Я попросила бы без самодеятельности.
Здравствуйте, барышня. Здравствуйте. Вот у нас там списочек. Там фамилии, имена девушек, которые проходили у вас лечение. Две из них здесь, три на Полежаевской филиале. Вы можете мне подсказать какую-нибудь информацию по их лечащему врачу? Без разрешения главного врача я не могу вам ее дать. Милая моя хорошая, без разрешения главного врача ты пойдешь под суд. Кто их лечил? Минуту. Стойте! Ну стойте, ну нельзя туда! Ну хоть бахилы, хоть оденьте! Сорокина кто? Кто разрешил? Да вы что? Сюда же нельзя. Подождите, пока доктор закончит. Ольга Николаевна, ага, не сами и без бахил. Так, ну-ка тихо. Капитан Котов, передайте пациенту другому врачу, у нас к вам пара вопросов. Какие вопросы? Вы что, с ума сошли? Вы обвиняетесь в серии тяжких преступлений. Людочка, найдите другого доктора. Куда ехать? Пройдемте. Нам известно, что вы были лечащим врачом вот этих вот девушек. Ну да, я их лечила. А что, это преступление? Они были заражены СПИДом в вашей клинике и все погибли. Это невозможно. Вы занимаетесь генетикой? Какая генетика? Я стоматолог. Я не могла их заразить. У нас с этим строго. Кто в вашей клинике по образованию генетик? Кажется, владелец клиники занимался генетикой. Но он уже несколько лет не живет в России. А почему вас интересует, кто в нашей клинике занимается генетикой? Сорокина нечего предъявить. И мне показалось, что она здесь ни при чем. Генетике она действительно никакого отношения не имеет. И обыск ничего не дал. Но клиника – это же единственное, что объединяет всех жертв. Очень много шума мы наделали в клинике. Преступник может затаиться и лечь на дно. Нужно как можно быстрее проверить весь персонал клиники Dental Sense. Там должен быть генетик. А мы уже. Есть такой товарищ Васильев, сотрудник клиники Dental Sense. Он там был ассистентом. Помогал, кстати, Сорокиной. 15 лет назад его с треском выкинули из первого медицинского в Питере с кафедры генетики. Он там был лаборантом. Так, надо ехать и брать его. Я звонил в клинику. Он 2 дня назад пропал. Телефон молчит. Никто ничего не знает. Надо ехать домой. Простите, а можно у вас шпильку попросить? Вообще-то это противозаконно. Спасибо. Стоп. Анастасия Павловна, в этих делах я первый. Анастасия Павловна, проходите, нет никого. Тихо, перчаточки оденьте. Так, это, по-моему, то, что нам надо. Это же наши девочки. Посмотрим. Сегодня Алла Сабирова была у меня на приеме второй раз. Я ввел ей во время обработки зуба 2 кубика с ретровирусом ЭКБХ01. Динамика в лечении есть, но у испытуемой началась так же, как у остальных, депрессия.
Василия Павловна, вы посмотрите папки, а я пойду на кухне что-нибудь погляжу. Константин, вы нашли что-нибудь? Примерьте, пожалуйста, мне кажется, вам пойдет. Я ученый, и я нашел лекарство от СПИДа. Лекарство, которое убивает. Очень скоро ретровирус перестанет давать побочные эффекты. Значит, побочными эффектами вы называете необратимые изменения психики и непреодолимую тягу к самоубийству. Да, но я ученый, и мне нужно ставить опыты. Ну что такое 5? Что такое 10 жизней по сравнению с миллионами? Миллионами! Я спешу. У меня нет времени. Я умираю. У вас тоже СПИД? Да. Как вам это удалось скрыть? Ведь на вашей работе... Я заразил себя сам. Я собирался испытать ретровирус на себе. И как же вы выбирали себе жертв? Не жертв, а испытуемых. Мне нужны были здоровые организмы с прекрасной иммунной системой. И лучше, если бы этот организм был женский, потому что женский организм лучше борется, чем мужской. В моем распоряжении были карточки. Я выбирал и вводил вирус. Он убил 5, чтобы якобы спасти человечество. Порочная логика. Но будем надеяться, что его признают вменяемым. Галина Николаевна, ну он убийца. Все, что он делал ради себя. Гад. Не помешаю. Хотела сказать вам спасибо. С вами было непросто, но интересно работать. Спасибо вам, Настя. Вы уж извините нас, если что не так. Девушки, 2:00 ночи. Пойдемте кофейку попьем. О, нет, я не могу. Вот Настю возьмите, идите. А я домой. Всего хорошего. Настасья Павловна. Извините, мне тоже. Нет, ну пить кофе ночью одному как-то неумно. Ладно, спать.